Как-то жевательные червячки. Ну так, не особо. Да. Где это я? Это я. Полу, да. Ну, я здесь выйду. Пожалуй. Так, левел у меня больше не качается. Написано 21 макс. Сколько у меня монет? Здорово, Серегус. Еще две таких монеты, и я смог бы нанять наемника за 3 монеты. Из того, что я в игре прочитал, золотых рыб они падают. Он так странно говорит раньше. Мне кажется, она другое говорила. Ну, может и нет. Мне сказали, тут импостер есть. Вот здесь, по идее, рыба падает. Может быть, я могу здесь золотых монет взять.
нет. Или это надо прям типа разовые места находить, там убивать, получать лут и больше никогда не возвращаться. Видимо, если бы я сюда не зашел, и они бы Зиги не убили, то это место было бы уничтожено. Так. Про Ancient Coin. Вот эти. Привет, Магирёна. Мне их нужно 3, чтобы наемника нанять. И в вкладке Lore там показано, что они падают с золотых рыб. Только золотых рыб. Но я, как бы, рыбы просто так не падают. Они падают в определенных местах с неба. Но что-то я не заметил, чтобы они продолжали падать. То есть вот как будто здесь раньше падало. Может быть, это типа разовая акция, не знаю. Дикого желтого крабика и красного убийцы демона. А где? Я не против выбить, если подскажешь, куда идти. А, да? Я не припоминаю, чтобы они там падали. Могу сходить. Я так понял. Первое поселение не уничтожит, потому что Талан убил Зиги. Ну да, я думал про это. Смотрю, что тут есть. Плюс один лак где-то видел. Плюс 3 лак.
Еще, мне кажется, я не нашел какого-то персонажа, который оружие делает. Одного. Который на базу должен прийти. Потому что там, где стоит один чувак темный, который мне это первое оружие изготовил. Светлого я там не видел. Потом приду на базу, покажу. Вот из этих крабиков должно падать. Так, вроде наконец я увидел анимацию. Это стрит, это не то. Прыгающий красный, это то есть вот этот с мечом, которого я последний убил. Вот этот. О, падает. Я ни разу не видел или не обращал внимания в тот момент, когда я фармил. Я же дофига убил. Может быть, удачи было мало. Вот и все. В принципе, вот это я могу поносить. Может, я увижу где-то сундук с помощью этого.
Туда я не вижу шансов запрыгнуть. Ничего интересного. Так, надо бы на базу зайти. Это здесь санктуарий? Нет. Значит, нам все равно не сюда. Насист какой-то, нет? Да. Пробивает броню. Я вот этого чувака пользую. Ну там я не уверен, что он действительно увеличивает мой урон. Там написано урон союзников. Ну, по отношению к нему я же его союзник. Вроде на мне там какой-то меч оказывается. А как вот эти двери открываются? Или никак не открываются? Просто это подозрительно, что у двух персонажей здесь есть такие двери. Типа, может, надо все улучшить, я не знаю. Но у меня не хватит ресурсов все равно. Хилка. Она наверху.
Ну вот теперь даже когда случайно идешь, не падает. Я прочитал, что вот этот самый сложный босс, это мой предок, который я типа про матери гибни этих. Поэтому она такая жесткая, видимо. Интересно, вот это усилит только это заклинание, или он Light Affinity плюс 2? Вот это мне непонятно. Для этого я не готов, но... Вот здесь никого нет. Это же подозрительно. Раз есть тот, кто кует... как это? Темное оружие, значит, должен тот, кто светлое будет ковать. Сколько тебя улучшать-то? Я думал, может, ачивку дадут. Мне кажется, я не буду тратить ресурсы на это. Так. Где проход туда? Я забыл. Ведь не из тюрьмы же. Наверное...
Есть что ли где-то? А, наверное. Здесь внизу что? Нет. По-моему, тут три разных входа в лабораторию. Сверху тоже будет. Магириан, если не сложно, можешь подсказать, куда идти, чтобы я не ковырялся? Я забыл, куда, где санктуарий находится. По-моему, это где-то справа было. Я просто посмотрю.
Но все-таки я правильно шел. Либо из тюрьмы, либо из лаборатории. Пойдем для разнообразия через тюрьму пройдем. Да. Нет. Ну вот, нашелся. Мойра. Фокус финишера она не дала.
Братан, ты мне помогать пришел? Ощущение, что в первой локации я не выйду отсюда. Я могу вот так обойти. Надо и переодеться. Типа финальных боссов, что ли? Надо эти штуки ломать. Надо было всех убить. Yeah.
Да, трай. Собака. Залазь. Не понял, где еще один? Звонить.
мне не задается. Да блин, чё ты даже так долго не речажил?
Да. Долго умирал.
О, дали ачивку за то, что у меня меньше 5% хп осталось. Я и не видел. Чё, я пропущу тут что-то? Я знаю, что это не true финальный босс. Ты прошел длинный путь, дитя. Валдис, ты жива? Да, но еле-еле. Я долго не проживу еще. Ты спасла меня от падения. Да, я защитила. Но я и вызвала его. Я отправила Ферлов атаковать твой корабль. Привести тебя. Не могла больше удерживать своих дочерей. Мне повезло, что ты подошел достаточно близко, чтобы почувствовать мое присутствие. Я ждала тебя. Или твоего отца. И где он? Я не знаю. Я отправила его, чтобы он кое-что ко мне принес. Твоя душа похожа на эту. Я перепутала тебя с ним. И что же он должен был принести? Он должен был принести мою дочь Рейну. Рейну? Как это возможно? Короче, после атаки, пока я здесь сидела, я создала еще одно дитя. Я сделала ошибку, что дала силы своим дочерям. Было глупо надеяться, что они будут заботиться о мире. Бла-бла-бла. В общем. И то, что я оставила им этот мир, это боги-тираны еще раз. И не дала тебе никакой силы. Я знал, что ты заработаешь свою собственную силу. Исправишь мои ошибки. Батон, тот, кто тебя спрятал между ангелов. Когда я поняла, что мое время подходит к концу, я отправила Кадаирна, чтобы найти тебя и привести ко мне. Угу. Короче, моего отца отправили. Я должен был ее дочь привести сюда. Буду сражаться с Алагат и Мергат. И убью всех, кто будет сопротивляться. В общем, ты вообще ни о чем не подумал. Ну да, в твоей роли мораль не должна иметь эффекта. В общем, пройдет какое-то время, прежде чем Рейна сможет справиться со своими сестрами. Поэтому был ты. Живое оружие. Должен был защищать Рейну. И убить тебя любого, кто будет ей угрожать. То есть я тьма, а она свет, типа. Рейна станет новой богиней смерти, а ты будешь ее оружием и броней. Вместе вы установите баланс. Теперь вы идите. Что насчет твоей души? Это не ее Мергаты и Алагаты ищут. Моя душа больше не имеет силы, моя сила иссякла. Барьер скоро исчезнет вокруг города. За этим местом есть путь домой.
мамка умерла. Мана кристалл. Должен быть способ выбраться, верно? Пробую использовать кристалл, но он сильно поврежден. Все мы должны использовать свою ману и стабилизировать его. Рейна, ты знаешь, что эта штука делает? Она больше не связана с барьером, но с чем-то она связана. А вот. А вот это финальный босс. За комбо дали ачив. Надо какой-нибудь боник по нему этими штуками.
что ты не убьешь? Дурак. Плохо, что банок маны нет.
Ну, вот где ачивки на суперкомбо набирают. Так, а если я нажму... Continue, это... Как будто до предыдущего босса, да? Надо было... После него идти к чекпоинту, что ли?
посмотрим, что дальше будет. Ну, пока камень не сломаешь, щит не ломается, понятно.
Давайте я... Блин, не то нажал. Надо было нажать continue и убить босса еще раз. Предыдущего. И потом пойти храниться. Банки установить. Тупо, что мне не дали после этого сделать. Похоже, теперь почему-то до противников не снижается. Как это сказать? Эффективность боя только от босса. Thank you.
Ты тебя нажал, да?
Так, теперь я могу пойти влево. Могу же. Пойти сохраниться. Вроде у меня и так банки есть, но... Или нет? Не помню, как они выглядят. Полчаса драйв, если не успею, то в следующий раз. Давай.
Ну типа я его сейчас убью. Ну FBS будет. Ну, с маной, конечно, намного проще. Всем игрян, но хотелось бы эску. Сто процентов карты исследовал, 100% гражданских. А где последний чувак из команды, я не понимаю. Пятьдесят ретрай. Слишком много в начале получил. Thank you.
Да, я. Thank you.
Да нет. Нет, ну чуть-чуть.
Yes. Вложился. Спасибо. Вон, items 99, крю также осталось. Я типа всех боссов убил. Спасибо, Магириан. Adventure Rank A. Это из-за того, что я не все исследовал. Да. За бои там как бы неоднозначная S, я не знаю. В общем, плюс игра в копилочку.